Друзья, сейчас около 7 часов утра, я уже подготовил бензопилу, там почистил ее, смазал, заправил маслом, заправил бензином, завел. Ну, сами понимаете, целую зиму стояла без работы, и я переживал, что будут проблемы с ее запуском. Ну, в общем, все хорошо, я ее запустил, сейчас жду Андрюху. И, друзья мои, мы выдвигаемся на охоту за корягами. Так что, ребята, никуда не переключайтесь. Заваривайте чаек, берите печенюху, ну, либо что-нибудь покрепче. Усаживайтесь поудобнее, а я пускаю заставочку. Поехали! Папа! Давай. Ты не смеши, ну ты включил запись? Включи. Да? Сука! Мне так стыдно, блядь, я так стесняюсь. Короче, знаешь, так стесняюсь. А, на телефон меня снимай. Снимай меня на телефон, сними меня на телефон. Завязывай, давай. Выкажи, снимаешь? Привет, друзья. В общем, вот мы и добрались до места, где находятся вот эти вот прекрасные коряги. Андрюх, покажи крупным планом, какая-то хрень. В общем, все это, ребят, было вытащено из воды. Вот видно, вот там даже следы. Трактором ездили, вот это все вытягивали. Ну, в общем, здесь, вот смотрите, какая красотища просто. Здесь уже водой все повымывало. Вот, рельеф коряги просто нереально красивый. Вот, и в данный момент мы думаем, как вот это все красивенько обрезать. Плюс ко всему, здесь есть еще несколько коряг, которые заслуживают внимания. Вот еще одна. Вот, посмотрите, здесь тоже красота. Вот, тоже, вот видите, какое бревно. Здесь, получается, подмыло дерево, его обрезали, корень вот этот подмыло, это все лежало в воде. Ну, вот это вот тоже надо будет как-то обрезать красиво. Еще один. Тополь. Тополь, реально тополь. И еще одна коряга, друзья, вот ту, которую я уже вам показывал. Вот еще одна коряжка стоит. Вот видно, Вилли лежала. Вот здесь вот тоже вот красота. Надо подумать, как это все обрезать. В общем, ну, мы сейчас будем как раз этим и заниматься. Ну, а вы наблюдайте. We'll be right back.
Фактурка, ребят, зацените. В общем, фактурка самой коряги. Вот, чтобы вы понимали, это просто космос.